Яна из Москвы. Росин Антон, запомните это имя. Он закончил свое образование в Санкт-Петербурге по специальности оперного пения в классе профессора Охотникова. Выступал на одной сцене с нашими великими артистами, такими как Йосиф Кобзон, Филипп Киркоров и другие. Я прошу вашего внимания, любите и жалуйте. Встречайте, Росин Антонов! Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю с праздником! Желаю вам крепкого здоровья и счастья! Дружба, Болгария, Россия будет нас видеть! Thank you.